Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 11 февраля 2020 года. И по просьбе моих подписчиков делаю видео о выпускниках нашего питомника. Подписчики моего канала наверняка помнят и знают вот этого красавца, которого зовут Мари Мистик Парис Патриций. И у многих выпускников нашего питомника есть личные странички в Инстаграм. Сейчас я делаю видео с личной странички нашего Париса, которого дома зовут Патрик. Живет он у нас в Москве. Вот такую красивую, шикарную переносочку ему купили сегодня. И Татьяна, мамочка Париса, очень часто присылает мне прекрасные видео, прекрасные фото нашего выпускника в Инстаграм. И вот сегодня я решила показать вам, какая прелесть наш мальчик. Как много красивых видео есть на его страничке в Инстаграм. А также попросить владельцев моих выпускников, у которых, у многих я знаю, что есть странички личные в Инстаграм, оставлять в комментариях под данным видео ссылочки на свои странички, аккаунты в Инстаграм. Потому что многим, например, интересно, возможно, даже между собой пообщаться. В Москве, например, живут много деток из нашего питомника. И, возможно, владельцам наших щеночков будет интересно пообщаться между собой, поделиться какими-то впечатлениями. Например, наш мальчик Парис Патриций посещает кинолога и занимаются с ним дрессировкой. Он знает уже много команд. И хозяева очень довольны поведением нашего мальчика. Возможно, если владельцы наших выпускников познакомятся между собой, они найдут много интересных тем. Возможно, кто-то хочет также посещать кинолога и заниматься дрессировкой. Возможно, у кого-то есть проблемы с поведением. Гости нашего канала могут посмотреть видео с нашими щеночками. Так и будет в заголовке указана кличка Парис Патриций, Мари Мистик Парис Патриций. Так зовут по документам нашего мальчика. Очень красивый бело-красный парень, который, кстати, переехал в новую семью уже в подростковом возрасте, так же, как и Преслик, ему было уже 7 месяцев. И, возможно, кто-то хотел бы узнать у владельцев наших щеночков, потому как мне часто в комментариях люди задают вопросы, как привыкают щенки, как быстро они привыкают. И я также уже просила многих владельцев наших щеночков, что присылайте, ребята, комментарии, пишите вам, если не трудно, под фото там, например, под моими видео, на те вот как бы такие вопросы, например, ну как вот он привык, переехав в новый дом в возрасте 7-8 месяцев, как быстро он привык. Все же это тоже индивидуально, я не могу, например, за всех там щеночков что-то говорить. А вот каждый из вас между собой мог бы поделиться для кого-то, возможно, очень нужной в данный момент информацией. Так, сейчас мы вам еще покажем интересные. А вот посмотрите, как интересно. Это
с фотографией Париса, где-то какая-то выставка, наверное, делали портрет по фотографии из шерсти. Представляете, как красиво получилось, как живой вообще. И вот здесь показана фотография. Вот, видите, из вот такой пряжи получается вот такой портрет. Вообще интересно, на самом деле, очень здорово. А это фото как раз вот когда Парис уехал в новый дом. Вот это первые прогулки, первые видео мне присылали, фото Париса в новом доме. Это все присылают мне выпускники моего питомника в личные сообщения, ВКонтакте, в Инстаграм, у кого, кто где, в каких соцсетях зарегистрирован. А вот это очень красивое видео с поздравлением меня с днем рождения. Очень красивое поздравление от имени нашего выпускника. Вот с таким видео. Очень приятно получать такие поздравления с днем рождения от своих деток и их новых родителей. На самом деле, очень благодарна всем владельцам моих щеночков, потому что... А здесь, видите, целая история из жизни нашего выпускника. Доброе утро! Мальчик просыпается. К сожалению, видите, я снимаю это действительно с мобильного телефона, просто записываю на видеокамеру. Поэтому что есть, то есть. Вот. Конечно, вблизи это все гораздо красивее, но как умею, так и показываю. Вот такие сладкие потягушки. Доброе утро, Патрик. Позевушки. Это он в кроватке спит, обратите внимание, рядом с человеком. И, между прочим, это одни из первых видео после переезда Париса Патриция в новый дом. А это первые прогулки. Дождик идет. Буквально вот. А это в автомобиле он едет. Чего непослушная собака? Кому сказали место? Патрик. А это сладко спит. И храпит. Это первые дни после переезда в новый дом. Выходи, гулять, выходи. Патрик выйдет.
А это как он спит в разных позах. И вот таким калачиком. А это прогулка. Это уже осень эти. Прогулка перед сном закапывает. Видите, как музык, музык. Патрик в один годик. Вот такие красивые истории снимает мамочка Таня про ее сыночка Патрика. Дорогие друзья, не стесняйтесь, открывайте личные странички своих питомцев, каналы в Ютубе и делитесь своими впечатлениями о породе, о своих собачках, их жизнью. Мне кажется, это многим будет интересно. К сожалению, видите, я не очень еще умею даже пользоваться соцсетями, чтобы это все вот так переснять до такой степени красиво и четко. Поэтому извиняюсь, конечно, и за качество, но я старалась. Это вот такая переноска для Патрика. Прям там гнездо.
дом целый. Теплый, мягкий, уютный. Ничего себе. Одеялка. Одеялка. Смотри. Смотри. Внимание. Да, так вот. Чтобы получить вкусняху. Да, нужно что сделать? Дорогие друзья, очень приятно на самом деле. Я благодарна Татьяне, она присылает регулярно мне вот адрес ее странички. Кому интересно, вы можете подружиться с Патриком, делиться впечатлениями и дружить действительно. Мне очень приятно на самом деле смотреть такие видео, которые мне присылают выпускники. Владельцы моих выпускников личные сообщения. Очень, действительно, от всей души им благодарна. Так приятно видеть, как счастливы выпускники нашего питомника в новых семьях. Очень вам благодарна за это. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на канале питомника Мари Мистик. С нами весело и интересно. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. Кто подписан, до новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!